доярке Елене Александровне скучать не приходится. Маленькие внучки, большой дом, а теперь еще и заботы о будущем урожае требуют постоянной физической нагрузки. Вот только двигаться так активно, как хотелось бы, не всегда получается. С возрастом все чаще дают о себе знать больные суставы. Целый день это набегаешься с внучатами, устаешь. К вечеру уже не знаешь, куда ноги свои деть. Медицинская справка. Самое распространенное хроническое заболевание суставов – остеоартроз. По статистике, с этим недугом сталкивается каждый десятый пожилой человек. С возрастом суставные хрящи теряют свою эластичность, становятся более тонкими и в конце концов растрескиваются. Кроме того, причинами остеоартроза могут стать инфекции, травмы и перегрузка суставов. В результате болевые ощущения могут сохраняться даже в состоянии покоя. Но что самое неприятное, вылечить запущенные стадии остеоартроза практически невозможно. Именно поэтому даже при самой незначительной боли врачи рекомендуют незамедлительно обратиться за помощью к специалистам и начать профилактику, например, с помощью магнитотерапии. Тем более, что сейчас, благодаря современным медицинским разработкам, использовать импульсное магнитное поле можно и в домашних условиях. С помощью магнитотерапии восстанавливается кровоснабжение сустава, снимается мышечный спазм и воспаление, а вместе с ними блокируются болевые импульсы. Магнитное поле является самым результативным видом физиотерапии. Магнитотерапия – это безопасный и доступный метод, не требующий специальных знаний. Ей могут лечиться все члены семьи. Жить полной жизнью, в которой нет места боли, может помочь высокоэффективная разработка компании «Еламед» «Алмак-01» – прибор для лечения и профилактики многих заболеваний в домашних условиях. Внимание! Весь апрель в сети губернских аптек «Алмак-01» можно приобрести по сниженным ценам.